Здравствуйте! Так как скоро праздник, я сегодня приготовлю Пасху. Рецепт очень легкий и простой. Что мне понадобится? Творог, сахар, сливочное масло, сливки, ванилин, яйцо, изюм, цукаты и форма для Пасхи. 30 грамм изюма заливаю кипятком. Грамм творогу, у меня обезжиренный, пропускаю его через сито. Тридцать грамм изюма, я его промыла, теперь полотенечком просушу, влажный не был. Сливочное масло 160 грамм. Добавляю 160 грамм сахара. Сливочное масло должно быть мягкое. И взбиваю. Добавляю пачечку ванилина. 1,5 грамма. И один желточек. Взбиваю. Еще один желток. Взбиваю. Итак, сливочное масло, сахар и ванилин и два желтка мы взбили до бела. Теперь добавляем творог, пропущенный через сито. Цукаты 70 грамм и 30 грамм изюма. Перемешиваем. И добавляем в нашу массу взбитые сливки жирностью 35%, 80 грамм. Я уже купила готовые взбитые сливки. Перемешиваем. Сверху вниз. Марлю прокипятила 10 минут и застилаю чуть влажной марлей форму. И заполняю массой пасочницу. И сверху небольшой гнет и в холодильник на несколько часов. Прошло 3 часа и пасочка готова. Вот такая красивая у меня получилась. Попробуйте приготовить. Готовьте и радуйте своих близких и друзей. Заходите в гости еще. До свидания.